Yo, get it twisted. X gon' give it to ya. What? Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. У обладателя чемпионского пояса в весе до 61 килограмма проекта Eagles Михая Сырбу, помимо смешанных единоборств, есть еще одно большое увлечение. С детства он обожает собак. Сейчас у 29-летнего бойца из села Мирень района Аняниной 4 четвероногих друга породы питбуль. Михай говорит, что Мишка, Чила, Зуня и Афина заряжают его энергией. Маленький дом, да? Собаки мне нравятся с детства. Когда был маленьким, приводил их домой. Честно говоря, родители были не в восторге. Собаки очень игривые существа, мне это нравится. Много времени провожу с ними. Собака никогда не предаст. На содержание четвероногих друзей у Сырбу уходит почти 2500 леев. Однако проблема в другом. Собаки не уживаются в одном вольере. Питбуль – бойцовская порода. Если собаки вместе, могут подраться. На прогулку вывожу их по очереди, одну за другой. Им нравится гулять. Собаки сопровождают бойца повсюду, иногда даже на тренировках. Благодаря увлечению собаками, а также стилю боя, Михай Сырбу получил прозвище «Питбуль». Никнейм «Питбуль» провини дела лупта. Михай получил прозвище «Питбуль» после боя с украинцем Дмитрием Придыбайло, в котором завоевал чемпионский пояс. Обсуждая бой с президентом ассоциации боев и шоу, промоутером турнира «Eagles», мы решили дать Михаю прозвище «Питбуль». Классно, что прозвенит номер Михаил Питбуль. Взяться сам форте. В повседневной жизни я очень спокоен, но в клетке надо бороться, чтобы побеждать. Для этого и работаю. 26 мая Михаю Сырбу предстоит защита чемпионского пояса в поединке с Богданом Барбу из Румынии. Бой пройдет в Кишиневском легкоатлетическом манеже в рамках 9-го турнира Eagles Fighting Championship.